Нет, мой отец погиб не на войне. Был слишком стар он, чтобы стать солдатом. В эвакуации в сибирской стороне преподавал он физику ребятам. Он жил, как все недоедал, как все вздыхал над невеселой сводкой, как все порой горе заливал на пайку хлеба, выменянную водкой. Ждал вести с фронта, писем от меня, а почтальоны проходили мимо. И вдалеке от дыма и огня был обожжен войной неизлечимо. Вообще-то слыл он крепким стариком, подтянутым, живым, молодцеватым. И говорят, что от жены тайком все обвивал порог военкомата. В Сибири он легко переносил тяжелый быт, недосыпание, голод. Но было для него превыше сил смириться с тем, что вновь мы сдали город. Чернел, а в сердце ниточка рвалась. Одна из тех, что связывают жизнью. Мы до конца лишь в испытанье час осознаем свою любовь к отчизне. За нитью нить к разрыву сердце шло. Теперь инфарктом называют это. В сибирское таежное село вползло военное второе лето. Старались сводки скрыть от старика. Старались, только удавалось редко. Информбюро — тревожная строка. В больное сердце ударяла метка. Он задыхался в дыме и огне, хоть жил в Сибири, в самом центре тыла. Нет, мой отец погиб не на войне. И все-таки война его убила. Ах, если бы он видать мог тогда, в глухом селе, в час отступления горький, что дочь в чужие будет города врываться на броне 34-ки.